Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. С 31 декабря по 8 января полицейскими зарегистрировано 24 преступления. Изъято более 1500 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Во время праздничных выходных в республике проведено около 600 мероприятий. В обеспечении правопорядка было задействовано более 2000 полицейских, народных дружинников, а также представителей казачества. Кроме того, стражами правопорядка проверено более 1500 торговых точек. Выявлены и пресечены факты незаконной реализации алкогольной продукции с так называемых адресов. Всего выявлено около 160 нарушений в данной сфере. Из незаконного оборота изъято более 1500 литров. К административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства привлечено 76 граждан. Так, вот ваша? Наша. Моя. Моя, отлично, да? Да. Не, собственно, просто вы лично прикупили и продаете, да? С 31 декабря по 8 января в Туве зарегистрировано 24 преступления, в том числе 3 убийства, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 5 изнасилований, 8 грабежей, 1 разбойное нападение. Дорожными полицейскими также в праздничные дни проверено более 4000 машин. По итогам проверки было выявлено более 60 любителей пьяной езды. Зарегистрировано около 50 ДТП, в которых пострадало 8 человек, 1 погиб. В 2018 году вступают в силу ряд новых законов. Например, льготы по налогу на движимое имущество ограничат. С 1 января 2018 года применение льготы по налогу на движимое имущество организации возможно только при условии принятия соответствующего регионального закона. В большинстве субъектов действия льготы решили остановить. 14 регионов льготу предоставят отдельным категориям налогоплательщиков, либо уменьшат ставку вдвое. В отношении движимого имущества, которое не будет освобождаться от налога на региональном уровне, устанавливается ставка 1,1%. Кроме того, продолжается постепенная отмена дачной амнистии. Ужесточаются требования к границам земельных участков. С 2017 года для кадастрового учета дачных домов стало обязательным предоставление технического плана объекта капитального строительства. Суть этих изменений в том, что дачный дом должен стоять в границах контура строения на плане. Продолжением этого стал запрет, который вступил в силу с 1 января 2018 года. Собственники дач больше не смогут распоряжаться земельными участками, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. Для этого участок должен пройти процедуру межевания у кадастрового инженера. Далее в текущем году минимальный размер оплаты труда составит более 9400 рублей. Это 85% от величины прожиточного минимума. Это означает повышение зарплат и связанных с ними выплат для многих россиян. Кроме того, принятый в конце 2017 года закон требует дальнейшего увеличения МРОТ до 100% прожиточного минимума уже с 2019 года. Рота беспилотных летательных аппаратов будет сформирована в составе дислоцированной на территории Тувы горной мотострелковой бригады Центрального военного округа. По планам подразделение появится до конца 2018 года, сообщается на сайте Тува Онлайн. Подразделение позволит обеспечить применение беспилотных летательных аппаратов в единой информационной системе, повысить эффективность разведки, а также совместных действий горных стрелков с артиллерией и авиацией, сказал помощник командующего войска округа полковник Ярослав Ращупкин. Напомним, что единственная в ЦВО горная мотострелковая бригада была сформирована в 2015 году. На вооружении соединения бронеавтомобили «Тигр-М» СПН и самоходные артиллерийские орудия «Нона» СВК. В организационно-штатную структуру входит подразделение транспортно-вьючных лошадей. Осенью прошлого года переброшенные из Кызыла подразделения успешно выполнили учебно-боевые задачи в ходе совместных антитеррористических маневров на полигоне «Фориш» в Узбекистане, а также в миротворческих учениях ОДКБ в Казахстане.
Средние профессиональные учебные заведения региона примут активное участие в 5-летней республиканской программе «Формирование комфортной городской среды на 18-22 годы». Тува переняла опыт других городов. Теперь студенческие сообщества республики вместе с жителями будут создавать проекты, разрабатывать ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы, дизайнерские скамейки, элементы оформления парков и скверов. Это практика и профессиональная самореализация, и наглядная профориентационная работа. Об этом говорили представители СУЗов на совещании, которое в эти дни провели глава города, региональный координатор проекта Дина Аюн и заместитель министра образования Сайзана Тову. О необходимости прикладной подготовки специалистов, востребованных экономикой региона, обратил внимание директорского корпуса средних специальных учебных заведений республики глава Тувы Шалбан Караол. Кроме того, студенты вместе с преподавателями изучат библиотеку лучших практик, размещенную на сайте Минстроя России, рассмотрят уже поданные заявки. Известно также, что подача заявок по общественным пространствам, сбор которых проводит Департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений, продлена до 1 февраля включительно. Финансовые средства, которые регионы Российской Федерации потратят на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, частично будут компенсированы за счет средств федерального бюджета. Такое постановление, подготовленное Минфином, опубликовано на сайте Кабинета министров. Предлагаемая компенсация будет способствовать росту налогового потенциала по налогу на прибыль организаций, говорится в сопроводительной записке к документу. В федеральном бюджете на цели предоставления дотаций в 2018 году зарезервировано 36,5 миллиарда рублей. И пойдут они тем регионам России, которые в ушедшем 2017 году смогли обеспечить прирост поступлений в федеральный бюджет 2% налога на прибыль организаций. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 7 копеек, евро 68 рублей 20 копеек. Смотрите на шубы подруг. Ждете, когда подарят? Купи сама! Можно в рассрочку на выставке «Меховые традиции». Только в январе. Получи чехол в подарок. С 11 по 14 января. Спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Новогодние праздничные выходные дни прошли для наркологической службы в усиленном режиме. Организовывалась патронажная работа с семьями, злоупотребляющими алкоголем, проводилось консультирование при посещении больницы, а также через телефоны доверия. Оказывалась амбулаторная и стационарная медицинская помощь всем, кто в ней нуждался. По данным республиканского наркологического диспансера, всего за праздничные дни к врачам-наркологам за помощью обратились 71 человек. В диспансерное отделение обратились 25 человек, а в стационарное отделение – 46. Причины, по которым обращаются за помощью, остаются прежними. На первом месте по количеству обращений – алкогольная интоксикация или отрицательное воздействие на органы и системы этанола и продуктов его распада, которые не могут на протяжении длительного времени выйти из организма. Данное нарушение обычно начинает прогрессировать после употребления алкоголя в больших дозах. Предыдущие года, да. Именно вот в новогодние праздничные выходные дни были у нас случаи смертельных исходов. Ну, банально так скажем, что человек перепил, сердце не выдержало, или поздно обратились в медицинское учреждение. В этом году пока предварительно у нас по Ирзину два случая смертельных. На дому зарегистрировано. Сейчас проводятся дополнительные исследования Бюро судебно-медицинской экспертизы. И уже к концу недели более точные данные уже будут у нас на руках. Диспансеризацию усовершенствуют с этого года. Обследования и медпомощь будут более адресными, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Тувы. Страховые медицинские компании должны будут присылать гражданам, которым рекомендуется пройти диспансеризацию, СМС, письма по электронной почте с напоминанием, либо звонить им по телефону.
Медучреждения, в свою очередь, должны также организовать прием людей, чтобы они, придя на диспансеризацию, тратили минимум времени. Особенность новой диспансеризации – более активный онкоскрининг для выявления некоторых видов онкозаболеваний на ранней стадии. Если полный цикл обследований проходят раз в 3 года, то онкоскрининг будут с 2018 года проводить через год. Обследование будет проходить в 2 этапа. Если на первом этапе у человека найдутся проблемы, его направят на более углубленное обследование. Как ранее отмечала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, полный цикл обследований и анализов позволит закрыть вопросы с самыми распространенными заболеваниями. Нужно изменить отношение населения к своему здоровью, сломать привычку обращаться к врачам уже тогда, когда вовсю болит, сказала она. Бесплатная диспансеризация положена всем россиянам старше 18 лет. Школьники и студенты приходят на нее организованно. Балерина ансамбля «Алантос» детской хореографической школы «Кызыла» принимают участие в международном конкурсе исполнителей классического танца. С 6 по 10 января в Санкт-Петербурге проходит международный детско-юношеский конкурс-фестиваль исполнителей классического танца «Балет Beautiful Art», посвященный 200-летию балетмейстера Мариуса Петипа. Конкурс проводится при поддержке Международного союза хореографов Фонда сохранения и развития классического балета имени Олега Виноградова, Санкт-Петербургского академического театра и детского балета. В конкурсе принимают участие Испания, Турция, Финляндия, Италия, Латвия и Россия. В рамках конкурса проводятся мастер-классы для детей и преподавателей, которые проводят солисты и педагоги-репетиторы Мариинского и Михайловского театров. Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Мы предлагаем взять шубу в рассрочку, без переплаты и первоначального взноса. Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для вас получится еще меньше. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из 1000 шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, дубленки и шапки. Дубленки и шапки – высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Просто приходите и купите шубу своей мечты. С 11 по 14 января спорткомплекс имени Ивана Ярыгина. Если вы решили вести активный образ жизни и стать сильным и уверенным в себе, это отличная идея. С этим вопросом приходите к тренеру Чимзырай Олегу Мангушу. Я являюсь президентом Федерации армейского рукопашного боя у нас в Республике Тыва. Многие приходят сюда, чтобы окрепнуть. Многие родители приводят своих детей, чтобы они оторвались от компьютера. Многие хотят стать чемпионами и стремятся к этому, и достигают этой цели. Акцент в рукопашном бою, в карате, в кроссфите и фитнесе делается на такие необходимые вещи, которые важны для здоровья. Это выносливость и физическая форма. Если вы за активный образ жизни, то приходите к Чимзырай Олегу Мангушевичу по адресу Ленина, 60. В ближайшие сутки по республике небольшая облачность, без осадков. На дорогах гололедица, в Кызыле небольшая облачность, без осадков. Ночью -35, -37, днем -26, -28 градусов.